Поэтов любит он феноменально. Все сам напишет и сам читает. Читает, прямо скажем, гениально. Сейчас, конечно, прочтет и вам. Я сам не видел это кино, но пацан один видел, он рассказывал. Это фильм ужасов. Там пацан один шел в ночной клуб, а попал в библиотеку. Он перепутал. Он входит в ночной клуб. Он думал, что это ночной клуб, а там мертвая тишина. Не такая тишина, когда говорят, пиво кончилось, а вообще мертвая. Это называется читальный зал. Он потом узнал. Он хотел уйти, а забыл, где выход. И он со страха, а может, съел чего-то. Короче, к нему подходят: вы что себе позволяете? Вы в библиотеке. И пацан, который кино видел, говорит, у него ужас в глазах и пот холодный по всему телу. И он решил, надо притвориться мертвым. Он упал на пол, как мертвый, и пополз, куда глаза глядят. Ползет, думает, меня никто не видит, а его видят все, они все в очках. Он увидел, что его все видят, и раз – под ним лужа. Пацан, который кино видел, говорит, я думал, это кровь. Сколько крови в нем. И он обделался, пацан, который кино видел. И тот обделался, который заполз в библиотеку. Я, когда мне все рассказал, тоже обделался. Наверное, это кино выдвинут на Оскара. Пацан, который главный герой, говорит, не убивайте меня, я все это прочитаю. Они ему говорят, ты не умеешь читать. Но он умел, он взял книгу и прочитал название. И все увидели, как хорошо он читает по слогам. Он обрадовался, думает, вау, я спасся. Но это было не вау. Его отвели в комнату этажом ниже. На комнате было написано «Заведующая». Заведующая самое главное там. Она в очках уже ничего не видит. Она подходит к пацану, он смотрит. У нее ни в носу, ни в зубах, ни в пупке ничего нет. Ни сережек, ни булавок, ни гвоздей. Пупка вообще не видно. Страшила такая подземная. Пацан заплакал, хотел спрятаться, а негде. Там везде одни книги. И тут заведующая наклоняется над ним и говорит человеческим голосом: «Учиться надо было!» И наливает ему отраву в чашку. «Пей!» И он выпил. Он уже не хотел жить. Но это оказался зеленый чай. Но он не знал, что это зеленый чай, и обделался. Короче, пацан этот свихнулся. Его все время потом к вечеру тянуло в библиотеку. Особенно в полнолуние. Сперва ему там велели прочитать «Муму». Он прочитал всю книгу за неделю с небольшим. Сам прочитал. Ничего не понял, конечно. Очень сложно для него. Но он заразился читать. Потом сам стал писателем современным. Даже написал стихотворение «Хорошо в библиотеке». Дальше еще чего-то.
Крышу у него перекосило, и он стал носить очки, пока без стекол. Короче, пацаны, надо учиться, учиться и учиться, не то крышу снесет окончательно.